Спонсор показу – компанія «Нова Будова». Тебя, мама, война, теперь ты довольна. Бедный, перенервничал. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого рамбада. Блин, крутой, чё же он слова-то забыл? Он перенервничал просто. Стрелять, чтобы пуля попала в тело. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. Ай, ладно, красавцы! Я солдат, я знаю свое тело, мое тело. Стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рака для тебя, надо поддержать. Своего наставника и так запороть. Егор Шаранков, Віктор Нікіфоров. Напруга на цій сцені у цьому ринзі шалена. Слова вилітають самі собою з голови. Так. Потапе, з тобою таке траплялося на концерті? Це взагалі завжди відбувається зі мною. Це взагалі не має ніякого значення. Головне для артиста – не зупинятися. Мені тут сподобався ваш колега, який вас підтримав, підхватив і повернув вас на рельси. Егор. Это были бои, мне кажется, вы их выиграли. Спасибо. Спасибо вам большое за эту песню. Я была часто на концертах «Пятницы». Я, к сожалению, знаю, как это должно звучать. К сожалению. Вы вышли из этой ситуации не очень убедительно, как по мне. А Егор, молодец. Я в этом батле отдаю предпочтение тебе. И сейчас хочу попросить Сережа, если это возможно, ты можешь? Ну, чуть-чуть. Мастер-класс. Ну, показать, как это должно быть. Да, все. Пожалуйста. Зачем? Серега. После драки кулаками не машут. Для нас, для Украины, пожалуйста. Я солдат, не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? После того, как я это сейчас услышал, я понял, что я бы действительно не выбрал ни одного из этих мальчиков. Это
этом батлі победил Сергей Бабкин. Просто зараз звідси, після цього виступу, зробити свій вибір. Хто? Егор чи Витя? Да, я не знаю, хотел оттуда спросить, Витя, в чем дело, что произошло? Я думал, самое главное, не забыть изначально слова, потому что мы поменяли мелодию, и я это именно и сделал. Господи, наверное, Боже. Не нужно было об этом думать. А главное не забыть слова, обязательно их забудет, естественно. Ну, очень умно. Егор спас положение. Ты растерялся и потерялся. Поэтому мы с тобой еще увидимся в Харькове. А Егор идет дальше. Справедливо! Справедливо! Не, блин, думаю... того чувака может спасти Потап. Думаю, не Потап, а Тина. Блин. Так, тихонько. Спасибо большое. Ну і що ще він забув слово? Деколи я даю шанс тим, про яких я знаю, що вони зможуть зробити в нокауті. Молодець, молодець, боєць. А за правилами зараз я маю оголосити крадіжку. Тіна, не треба робити глупості. Час крадіжки пішов. Хороший парень, хороший, крепкий парень. Дело даже не в забывании слов. Нет, ты этого не сделаешь. Час вийшов. Песня, которую знают все, и забыть просто не то, что пол песни, песню, и сам себе вот так вот взял и навредил. Я ожидал большего. Виктор, мы тебе дуже дякуємо. Спасибо. До встречи. Давай, мужик, удачи. Все нормально. Я хочу извиниться перед Сергеем. Я налажал. Конкретно. Что-то злые они сегодня. Ну так что злые, зато мы сидим. Тихо. Спонсор показу – компания «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».